Друзья, всем привет! Димаш Кудайберген, как и многие талантливые выходцы из Казахстана, собирается отправиться в США. Об этом певец рассказал в интервью ведущему канала MTV USA Кевину Кенни. Good to see you, brother. Happy New Year. I plan to send some time in America because in order to promote my music, I need to move to an epicenter of world show business. С кем артист может увидеться, с кем может сотрудничать в другой стране? Попробуем высказать некоторые предположения. Итак, с кем Димаш уже виделся и может встретиться в США? Начнем с давно знакомых нам лиц. Димаш встречался и не раз упоминал известного нью-йоркского часовщика Джекоба Арабо из Ташкента. Двум любителям высоких нот есть о чем поговорить. Джекоб может рассказать Димашу, например, о том, как Майкл Джексон получил часы Арабо. Как вы знаете, Кудайберген очень любит творчество Майкла и не раз делал интересные каверы на песни Джексона в Китае. Вы помните, друзья, что Димаш посетил постоянное представительство Республики Казахстан при ООН в Нью-Йорке, где пообщался с казахстанскими дипломатами и их семьями. Словами передать невозможно то ощущение, которое я сейчас испытываю, потому что я сегодня, благодаря судьбе, не удалось побывать в очень важных кабинетах, посмотреть все это своими глазами и стать свидетелем того, что люди со всего мира съезжаются здесь и решают очень важные мировые вопросы. Прямо на моих глазах только что это было. И не знаю, какие-то невероятные ощущения испытываю. И мне там же сильно захотелось подойти к ним, сказать: пожалуйста, все решите так, чтобы во всем мире не было никогда войны, чтобы все жили дружно и счастливо. Возможно, и в этот раз Димаш станет их желанным гостем. И, конечно, Димаш может встретиться с другим Димашем, Ниязовым. Судя по фотографиям, сделанным на концерте «Арнау», двух Димашей связывают добрые дружеские отношения и одинаковые моральные принципы. Вы помните, как оба они выступили в защиту казахской культуры против демонстрации некорректного и печально известного кинофильма «Каждый в своей стране». Ниязов организовал земляков на демонстрацию в Нью-Йорке, а Кудайберген заявил в те дни, что он гордится тем, что он казах.
Кадес, Барсамас, Жасасан, Казахстан, Алга, Казахстан. Курбағы үшін, ел үшін, ата мекен жер үшін, берекең мен бірлігің мол, жасай берсін мол, қызым. Также Димаш с другом может выступить на радио в Нью-Йорке, где транслируются его песни, а в свободное время поддержать Ниязова на боксерском ринге. Все-таки артист занимался тхэквондо, и он тоже боец. Если Димаш задержится в США на срок более 4 лет, то сможет поучаствовать в мероприятии, посвященном празднованию инаугурации нового президента, как это произошло в нынешнем году, а заодно и встретиться с алма-атинкой Асель Робертс. Она сейчас является исполняющей обязанности начальника протокола Белого дома. Робертс ранее носила фамилию Таленова. Уже 15 лет, как она работает в Государственном департаменте США. Закончила Джорджтаунский университет. Теперь Асель консультирует президента, вице-президента и государственного секретаря по вопросам государственного и международного дипломатического протокола. Она имеет ранг посла и помощника государственного секретаря. Нельзя исключать и того, что участие Димаша в праздновании инаугурации президента США Джо Байдена прошло не без помощи земляков. Знаменитый хит «SOS» в исполнении Димаша Кудайбергена прозвучал в честь инаугурации президента США Джо Байдена на сайте Международного фестиваля городов-побратимов «Sister Cities International». Димаш сказал на английском языке: «Благодарю Sister Cities за то, что предоставили сегодня мне такую возможность. И от лица своего народа и моих поклонников со всего мира поздравляю вас, президент Байден и мадам вице-президент Харрис». Друзья, возможно, сейчас, где-то в далеком заснеженном Вашингтоне, новый президент США в своем овальном кабинете тоже проникся силой искусства, и скупая мужская слеза скатилась по его щеке. Далее последовало высказывание на казахском языке. «Уважаемый господин президент, от всей души хочу поздравить вас. Пусть все в мире живут дружно, пусть на всей земле будет мир, пусть все народы мира будут в здравии». Наш выпуск, потому что, кстати, на этой же инаугурации споет и прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген. Это первый случай за всю историю отношений двух стран, когда участие в процедуре вступления во власть американского президента принимает артист из Казахстана. Итак, пока на этом все. В следующей части мы продолжим разговор о возможной творческой составляющей Димаша Кудайбергена в США. Будем ждать вашей реакции, друзья. И напишите, с кем еще из интересных людей мог бы встретиться Димаш в США. Всем большой рахмет за внимание!